Людмила каждый день ждет весточку от сына. Алексей Хахабашвили – один из сотрудников Баварии, которые стали участниками спецоперации на Украине. Материнское сердце меньше всего хотело, чтобы единственный сын отправился в зону боевых действий. Но вместе с тем она понимала, что Алексей, как и другие сотрудники предприятия, добросовестно исполнят свой долг перед Родиной. «Он настоящий патриот», – говорит Людмила. Я понимала, что он все равно пойдет, потому что вот насчет армии я тоже там предлагала не ходить, но нет, я пойду. Так что он такой ответственный человек, ответственный, он понимает, что надо. Как говорится, слово на ветер не бросает. Если он что-то пообещал, он всегда сделает. Так что вот, не знаю, ну... Все за него молятся, все ждут, пока он вернется. Генеральный директор Баварии Зелимхан Битаров незамедлительно поручил обеспечить мобилизованных работников компании всем необходимым. Вместе с сотрудниками отдела снабжения директор по персоналу Лаура Дзелиева объехала все военторги города, чтобы купить все, что нужно. Приобрели экипировку, начиная от термобелья, заканчивая рюкзаками и спальными мешками. Снаряжение выбирали лучшего качества. Как только мы узнали, что ребят мобилизуют, руководство компании распорядилось приобрести для них необходимую экипировку и снаряжение. Также мы попросили ребят по мере необходимости сообщать им о том, что еще нужно приобрести. Уже отправлены тепловизоры, рации, дизельный генератор. И также сейчас мы закупаем дроны. Поехали в семьи мобилизованных. Сказали о том, что мы обещали ребятам позаботиться о них, пока они на спецоперации. И поэтому до того момента, пока ребята не вернутся, мы будем заботиться о семьях. Такое внимание со стороны руководства компании очень ценно, говорит Людмила. То, что сын отправился в зону спецоперации полностью экипированным, для семьи большая поддержка. Много чего было куплено. Спасибо большое за внимание, как сказать, что вот и нас не оставляют вниманием. Помогают, чем могут. И морально, и материально. Вот ему сохранили заработную плату. И, значит, привезли овощи. Это тоже немаловажно. Вот. И постоянно, да, на связи его непосредственный руководитель. Звонит, интересуется. И девочки спрашивают с отдела кадров, в общем. Да, спасибо большое всем. Компания не только снарядила своих сотрудников, без внимания не остались и их семьи. Для тех, кто участвует в специальной операции, для членов их семей компания сохранила все социальные льготы, доступные сотрудникам. За ребят, которым в одночасье пришлось сменить рабочую форму на военное обмундирование, переживают не только родные. На производстве группы компания «Бавария» с нетерпением ждут возвращения коллег. Людмила Колиева, Михаил Безуглов, 15-й регион.